Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я закинул 1000 рублей на кейс батл. С промокодом из ВК-группы вышло 1400 рублей, но еще вроде рублей 200 у меня просто лежало на балансе. А также закинул 10 долларов на кейс фейл. По промокоду Никирол вышло 11 бачей. И давайте проверим, какой сайт мне лучше выдаст депозитов 1000 рублей. Но я надеюсь, что мне и кейс фейл, и кейс батл сегодня планирует хорошо выдать. Но мы будем много рисковать, потому что депо я сегодня не супер большую сумму, всего по 1000 рублей. И с такой суммы хочется попробовать раскрутиться именно как-то жестко. То я буду и на кейс-батле сильно рисковать, и на кейс-фейле, чтобы все было честно. А полетели со старта Арагорн, я думаю, 5 штучек на 625 рублей. 468 падает, начало так себе, но мы попробуем с вот этой вот эмочки сделать уже 800 рублей. Ну, просто вот так вот разочек, 33%, я надеюсь, что мы возьмем и спокойненько... А вот тут хз, ну, наверное, пролетит, да? Или может остановиться, но не, пролетит, к сожалению. Ладно, тогда из остальных скинчиков делаем вот такой вот контракт, делаем, получается, на 200 рублей, падает, ну, там, разница в 10 рублей. Давайте тогда апгрейдик заново на 800 рублей. Все то же самое, коллаж буйства красок, 26%. Попробуем поймать со второго раза, но сейчас вроде как получается. Отлично, 800 рублей у нас уже лежит в инвентаре и 789 еще на балансе. Давайте сейчас тройнем какой-нибудь пирожок с вишней. Вообще не открыл ни разу этот кейс. Тройнем 5 штук на 445, падает хорошо. И я предлагаю позапускать апгрейдики на 10%. Шанс, конечно, будет не супер большой, но попробовать поймать точно можно и нужно. Вроде как слив, да, окей, попытка номер 2, 6% попробуем поймать. Окей, сейчас будет хороший, 28. Вот 28 как будто можно и нужно поймать, я же прав? Ой, что-то непонятно, ну летело хорошо, но не долетит. Окей, 5%, maybe они выиграют. Но я пару раз ловил 5% на кейс-батле, это возможно. Но, к сожалению, не сейчас. 3%, вот, кстати, ну в теории, да не, пролетит. Ладно, тогда, мне что-то страница не обновлялся. А второй апгрейдик с 800 рублей до 2000, вот такой вот, 40%. Выдашь, не выдашь. Ну, слушайте, вроде как выдает, да, отлично, 2000 у нас есть, нормально. И еще 330, и еще 355 рублей у нас на балансе. Давайте сейчас на 355 попробуем, ну, Роланд как раз одну штуку открыть. Падает 609, отлично. И давай до 2000, можно еще вот такой апгрейдик выиграть, и мы вообще будем в шоколаде. 29%, ну, пожалуйста, можно взять и выиграть этот апгрейд. Мы его выиграем, отлично, ладно, кейс батл вроде сегодня не расстраивает. Давайте сейчас еще откроем бесплатный кейс за депозит, за кейс батл коины, по идее я могу гранат синий открыть, одну штуку, да, падает там 24 рубля, ну просто на лакиче запустим, не знаю, на рублей 500, ну а вдруг повезет, 5%, в теории может выиграть вообще спокойно, но не выгорает. Так, ладно, тогда сейчас у нас две попытки сделать 5000 с этих авика, давайте Орион, ну 40% по идее неплохо. Давай, родной, можешь мне, пожалуйста, взять сейчас и выдать 40%, пожалуйста, ну первая слив, окей, попытка номер 2, ну давай со второй, ну пожалуйста, ну остановись, ну остановись, но нет, это два слива. Ну, возможно, зря надо было вводить 4000, я и так сделал x4 от депозита. Но, с другой стороны, я же говорил, что я планирую сильно рисковать, что на кейс-фейле, что на кейс-батле. Ладно, давайте залетать на кейс-фейл. У меня на балике 11 бачей. Ну что, со старта давайте 6 баксов зарядим на красное, потому что последние 5 раз подряд падало черное. И я просто надеюсь на то, что сейчас начнется какой-то стрик из красного. Но тут тоже мы прям со старта делаем ставку больше, чем половину нашего баланса. Но когда депаем маленькие суммы, мне кажется, это самое интересное. Именно что-то такое пытаться делать. Отлично, мы со старта видос ловим красные, на балике уже 17 бачей. Давайте сейчас дефьюз, попробуем 3 бакса вот так вот. Отлично. И еще чуть-чуть, я хочу 20 бачей добить. Ну, давай, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Да, отлично. 20 бачей у нас есть, 20.09, если быть точнее. Давайте минер, попробуем 3 доллара, 3 мины и как-нибудь... Ага, понял, еще разочек. Вот так вот пройти, отлично, на барке 26 бачей. И сейчас 6.03 поставим, наверное, на... Да я думаю, опять красный, как будто стрик должен продолжаться. Если выигрываем, то мы уже пробиваем 30 плюс бачей на балансе, что будет очень даже солидно. Ну что, родной, можешь мне, пожалуйста, сейчас выдать красный цвет? Сука, я, кстати, думал на зеленое поставить эти 6 баксов. Я реально об этом думал, но, блин, не поставил почему-то. Ладно, минер, 3 доллара, 3 мины, еще раз пытаемся, не знаю, до конца явно не буду идти, но пройти какую-то солидную часть. Вот так вот забираем, отлично, отлично, очень хорошо. Давай еще чуть-чуть надо поднять, вот так вот, чтобы было 30 бачей, еще одну. Отлично, на балике 30 долларов, ну вот это уже хорошо. Так, сейчас я, наверное, хочу рискнуть и один раз заулынить. Просто вот есть чуйка, что сейчас упадет красное, потому что, смотрите, много раз подряд падало черного, начался какой-то стрик, не продолжился, и как будто сейчас должен продолжиться стрик из красного. Короче, вот так вот разочек попробуем заулынить. Надеюсь, я сейчас не обосрусь. Давай, родной, можешь мне, пожалуйста, сейчас выдать красный цвет, пожалуйста, 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 красное нам падает, отлично.
Это было нагло, рисково, но нам повезло. Отлично, на балике $60. Так, сейчас давайте зарядим 10.17. Хочу ровное число видеть на балансе. Просто на 7х. Ну, попробуем, а вдруг прогнет. Если мы и это выиграем, то у нас... Ой, у нас уже будет неприлично большой баланс. Кстати, может, но не, перелетит. Так, лады, хорошо, давайте поставим 20 бачей. Я думаю, может, на 3х поставить. Ну, как будто должен выдать. Его сейчас за последние 100 раундов падало мало. Давайте попробуем. 20 баксов просто зарядим на зеленое. Если вы... Ой, если выиграем, мы вообще будем в шоколаде. Уже будет 90 бачей на балансе. Пожалуйста, кейс фейл. Можешь мне сейчас выдать зеленый цвет в колесе? Ну, это прям было бы очень классно. Ну, пожалуйста, ну давай. Ну, зеленый. Ну, зеленый. Вот, кстати, может. Вообще спокойно. И зеленый нам падает. Отлично, пацаны. На балансе уже почти 90 бачей. Предлагаю, кстати, 90 допробить все-таки вот так вот. Вот так вот. Отлично. На балике 961. Давайте сейчас 061 зарядим просто на зеленое. Ну, а почему нет? Вдруг упадет. Вот так вот ставим. И если что, у нас на балике ровно будет 90 бачей. Вот честно, я сейчас думаю опять рискнуть, заулынить разочек, но как будто это уже сверх нагло. Ну, хотя, вот, знаешь, кейсфейл может выдать. Может, сейчас вообще зеленое будет. Кстати, может. Кстати, может! Сука, ну это, блядь, неприятно было. Ладно, давайте минер, я заулыню, поставлю одну мину и попробую из этого что-нибудь вот такое вот наглое сделать. 136, все, забираем. Ну нормально, нормально, на балике 136 бачей. Это было нагло, тут, конечно, очень нагло. Я думаю, может, в колесо залететь сейчас чисто 36, ну нет, 36 рисково. Так, лады, давайте 6.80 зарядим на 35х. Вот, кстати, вот зеленые я в дабле ловлю достаточно часто. Но 35х я за всю историю на кейсфейле ловил только один раз. Когда только это обново вышло, я по приколу что-то поставил, и у меня зашла эта ставка. Maybe сейчас? Мы тогда вообще сразу в шоколаде, просто бешеным, но не, без шансов. Ладно, сейчас давайте залетим в Crazy Wheel. Я думаю, давайте по 20 баксов поставим на мои любимые 6 ячеек. Ну, просто разочек. Если повезет, мы в шоколаде. Но если нет, ну, значит, моя судьба такая. То по 20 бачей ставим на эти 6 ячеек, и я надеюсь, что-то меня подлагивает, то что мы поймаем какой-нибудь хороший кэп. Какой-нибудь коин поймать, там даже x10, это будет очень классно. Или x20 сразу поймать, или x5, но чтобы на барабане еще была x на этот x5. Короче, вот ну что-нибудь реально мощное. Давай, родной, пожалуйста, можешь мне выдать что-то мощное? Ну, 5x падает. Ну, хреново, это минус 20 бачей просто ставка. Короче, дабл. All-in, не, давайте даже не дабл, хочу в колесо. All-in на 2х, вот так вот один разочек поставим. Или мы сейчас все прострем, или мы в шоколаде, все, тут два варианта. Ну, 220 бачей, не знаю, может тут даже до 300 пытаться идти. Но и ладно, надо выиграть сначала, чем так думать, сидеть. Нам падает 2х, отлично, сука, я думал он становится на 4х, но потом увидел, что все-таки по анимации видно, что он докатится. На балике 220 бачей, отлично, пацаны. Короче, предлагаю нагло 80 бачей еще раз просто на 2х поставить. Ну, глупо, отчасти глупо, но просто мне так интуиция подсказывает. Если мы выиграем, на балике 300 бачей, и мы на этой ноте заканчиваем видос. Сделать x30 к балансу, это и так будет очень классно. Давай, 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 голубой, 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 ты мне выдаешь! На балике, сука, чуть-чуть не хватает до 300 бачей. Это что за прикол такой? Давай, вот так вот, спокойно мне. Спасибо. Отлично, на балике 300 бачей. Ну все, пацаны, дальше заигрываться точно не надо. Мы x30 сделали. Я говорил, что я сегодня и на КБ, и на кейсфейле планирую сильно порисковать. На КБ не вышло, слило, но кейсфейл сегодня выдал. Просто красотища. И давайте, наверное, на вывод. Я хочу хоть ножик жесткий поставить. Maybe кукри нож поверхностная. Две штуки есть в наличии. Да, давайте ее поставим на вывод. То выбираем этот кукри нож и нажимаем вывести. Так, а подтвердить вывод. Наличие 2, данный принт отсутствует. В наличии или скоро закончится. А, ну скоро закончится. Ну, 2 есть, я думаю. Можно, да, подтверждаем. Все, трейдик поставился и ждем, пока он залетит к нам в Steam. Пацаны, прошло около 3 минут, мне уже залетает мой трейдик на кукри-нож, поверхностная закалка. И, естественно, мы принимаем этот трейдик. И на такой великолепной ноте можно 100% заканчивать видос. Напоминаю, парни, все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, с скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, у себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в закрепленном комментарии оставлю ссылочку на кейсфейл и промокод на то, чтобы второй раз крутануть барабан призов. Первый раз просто переходите по ссылочке, крутите. Второй раз нажимаете ввести промо, вводите сюда промокод и крутите второй раз. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем писать какой-либо комментарий. Всем удачи, всех люблю.